Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о важном улучшении фронтальных погрузчиков Kierland. По просьбе наших клиентов для обеспечения более плавной работы погрузчика были внесены изменения в его конструкцию. Теперь на гидролинию опускания стрелы устанавливается дроссель с обратным клапаном производства Италии. Дроссель предназначен для регулировки расхода рабочей жидкости в одном направлении. При этом в обратном направлении поток остается свободным. Дроссель отличается высокой точностью настройки и практически полностью герметичен в закрытом состоянии. Регулирующий элемент игольчатого типа, что позволяет добиться максимально плавного опускания стрелы с возможностью регулировки скорости. Благодаря этому нововведению работа на погрузчике стала не только комфортнее, но и снизилась нагрузка на сам погрузчик и на узлы трактора, что, несомненно, продлевает срок службы техники. Купить фронтальный погрузчик Kierland для тракторов Solis Gold, Kentavr и Shifeng по лучшей цене от дистрибьютора вы можете, перейдя по ссылке под видео, или позвоните по номеру телефона, который видите на экране. Я с вами прощаюсь, до встречи в новом видео, пока-пока!